Итак, дамы и господа, добро пожаловать ко мне на стеллаж со всяким моим барахлом. Я более или менее немножечко здесь все разложила, постаралась как-то, чтобы мне было более или менее удобно. Вот таким образом все это выглядит. Здесь у меня висят сумочки, там на верхней полке я еще не разобралась, по какой-какие там сумки, шляпы, то, что я еще не знаю, куда я дену. Давайте начнем сразу с полки, которая идет после верхней. Значит, тут у меня коробочки с моими лаками, которые я сейчас не использую. Здесь у меня стоят лаки, которые я уже вот сейчас, вот этот, кстати, у меня на ногтях. А кто бы мог подумать, посмотрите, он выглядит намного темнее, чем в бутылочке, которые я использовала. И я их просто вот с этой вот штуки убираю здесь лаки, которые я хочу использовать, и переставляю на полку. Потом беру одну из коробочек и, соответственно, делаю вот эту вот ротацию. Тут у меня сборник всех каких-то открыток, которые мне когда-то дарили мои зрители. И вот эту штуку тоже мне сделала одна моя зрительница. И здесь я складываю в нее буквально все-все-все. Вот, значит, там вываливается сразу целая куча приятностей, которые мне когда-либо прислали и написали зрители там просто со всего мира. Вот как вот это вот, видите, снежинка тоже. Сейчас я заложу назад. Также здесь я храню тут кое-какие свои штативы. И по мелочам. Здесь также пока поселилась коллекция украшений из H&M, которые из коллаборации, типа вот это Анна Деларуса, кстати, это тоже Анна Деларуса для H&M. Это Александр Ванг, там есть Марни, там есть разное-разное-разное. Но оно здесь, потому что я его редко ношу, это просто такая коллекция для коллекции. Вот тут ничего, тут тоже ничего, просто декоративно оно. Здесь у меня полка, где... Вот это, кстати, я в день свадьбы. Сколько лет назад уже даже и не помню даже. Тут у меня всякие мелочи. Здесь вот это надо остатки моих ложечек для лаков, туда наверх к лакам. Значит, тут у меня всякие мелочи тоже и подарки такие мои, да. Здесь небольшая часть коллекции моих уток, потому что тут также одна из частей коллекции моих парфюмов, которые я иногда что-то отсюда беру. Я подхожу, я вижу, тут с моей уточки, тут у меня кое-какие украшения лежат, которые, да, мне могут понадобиться. И вот так оно у меня выставлено. Я не люблю вот это вот, знаете, какие-то серванты, расставить свои коллекции. Нет, мне надо вот, чтобы я подошла, я вот наслаждаюсь, когда я подхожу взять какой-то парфюм, я в то же время вижу здесь вот, да, все такое приятное. На следующей полке у меня здесь коллекция моих помад. Да, это все, что есть, кроме тех, которые у меня сейчас в использовании. Там примерно столько же, потому что я всегда... У меня нет там осенняя чистка, там зимняя. У меня каждый месяц чистка косметики. Все, что пришло в пиары, я не использую. Все идет вот у меня внизу, вы видите, как раз там все разложено, идет на подарки, на раздачу. Или я это жертвую, или отдаю там, да, родственникам, друзьям и так далее, предварительно, конечно, рассказав про этот продукт. Вот, поэтому здесь коллекция, которая задержалась у меня надолго. Здесь все мои помады Rouge & Love от Lancôme, здесь у меня несколько от Revlon, здесь мои любимые малютки, вот эти от Clinique, обожаю вот эти помады от Clinique, очень, почти всю серию я люблю, и матовые, и более блестящие, очень люблю. Здесь у меня есть... Да, еще тоже, кстати, почему они здесь? Они должны были все стоять так дружно, как-то более или менее в ряд. Вот, теперь все, здесь у меня есть помада такая же, в полный размер я ее купила. Эти я получила в пиары, потом несколько я еще купила в полный размер. Вот я вижу, одна красная здесь матовая, очень классная, вот эта вот красненькая матовая. Вот она, ее номер. И обязательно посмотрите, что там было написано именно мат. MAC помады, H&M кремовые помады, здесь у меня Givenchy какие-то помады, Estée Lauder несколько, здесь джейдовские помады несколько. В общем, всего понемножку, это, да, опять же, то, что в ротацию входит. Фокус. Тут у меня тоже какие-то украшения, здесь, опять же, там мои любимые песочные часы, тут разные парфюмы, которые сейчас тоже у меня не в использовании. Еще одна полка, тоже небольшая часть моих парфюмов, потому что они у меня так, знаете, тематически расставлены, чтобы я знала, на какой стеллаж я пойду, чтобы взять то или иное. Поэтому у меня здесь часть, там часть, часть где-то стоит, которую я использую сейчас. И вот тут оно рассредоточено.
Значит, это тоже мне делала в подарок зрительница моя, за что ей огромное спасибо. Тоже все здесь, все при мне, я все это храню и всегда люблю, чтобы это было перед глазами, это очень приятно. Значит, тут лаки, которыми я хочу пользоваться сейчас. То есть вот этот лак, он тоже стоял где-то здесь, я его отсюда взяла, использовала и убрала. Соответственно, в следующий раз, когда я и поставила какой-то другой, потому что я как раз завершила вот сейчас, да, эту всю ротацию, у меня новенький какой-то, где он, вот этот появился, джет зелененький, я его сразу воткнула сюда. Так, когда я перед тем, как делать маникюр, я прихожу, вот так оно должно. Видите, я сразу все вижу, что у меня вот нет, отсюда этот лак пришел, вот отсюда пустое его место. Значит, там было еще одно пустое, где стоял, где появился джет. Вот я прихожу сюда, здесь у меня топовые покрытия какие-то, да, тут лаки, которые я хочу использовать. И вот они у меня все перед глазами, я могу выбрать себе то, что я хочу на данный момент из достаточно большого количества, да. Вот. Далее, давайте спустимся ниже. Здесь у меня кое-какие визитные карточки, это пробники, надо их... Пробники туда идут. Тут у меня и мои визитки. Видите, вот такая вот моя визитка блогерская. Там мои визитки рабочие и визитки других людей, которые там у меня по работе попадаются. Они мне тоже надо разобрать это. Здесь у меня коллекция теней от ColourPop. Тоже тут не все. Несколько сейчас у меня в использовании. Там у меня помада. О, кстати, про помады. Здесь помады, которые не ставятся сюда. Да, здесь помады вот такие, которые лежат. Здесь диорчик и всякое. Тут у меня дальше, видите, кисти, которыми я сейчас не пользуюсь. Вот это моя любимая, наилюбимейшая просто кисть. Large Shading Brush от H&M. У них есть Large, Medium и Small. Вот Medium и Large самые мои любимые. Вот именно из этой профессиональной линейки они стоят $6. 6 евро она стоит. Супер крутая. Так, далее. Тут у меня палеточки с румянами, палеточки с контурирующими средствами. Все, что хотите. Тут вот оно и лежит, по сути, да, видите, там разные совершенно, и метеориты все мои, все здесь, когда я хочу что-то поменять себе в постоянном моем использовании, я прихожу, смотрю, что здесь, что-то выбираю, какие-то румяна новые, что-то, вот оно замечательно у меня тут живет. Так, а потом, да, опять же, я делаю ротацию. Здесь у меня... В этой корзинке я хотела еще одну вот такую в Икее, но почему-то они закончились, поэтому мне пришлось использовать вот такую вот простую корзинку. Здесь у меня запасные продукты, скажем так, запасные пудры, тональники, вот этот крем запасной, тут парфюмы запасные, или а вдруг на подарок. Вот пудра запасная, тут вон еще одна, там видите, пудра, тональник от Милука запасной, обожаю его, вот здесь тональник от Клиник, вот эта тушь моя любимая, тоже запасная, здесь Invisible запасные резиночки, короче, здесь запасные продукты, вот эти вот Oil Control тоже от Life, здесь все запасное. Тут дальше коллекция, я еще даже пыль не протерла, потому что только все это расставила и займусь протиранием пыли попозже. Все за раз не успеешь. Так, что вот, что я хотела сказать, здесь чашки я тоже только расставила, потому что оно как-то было без какой-то... Неорганизованно, короче, было просто. Чашки я... Это не коллекция, которая здесь стоит в виде коллекции. Это коллекция, которая постоянно у меня в использовании. Вот она здесь тоже ее часть, потому что часть в использовании, а чаще в другом месте. И здесь вот все мои любимые чашечки из Starbucks, которые... Вот это последнюю я привезла из Праги. Тут всякие-всякие разные... Дрезден, Германия, Москва, там Будапешт где-то была, даже не знаю. Ну, короче говоря, вот они и термические есть, и все что угодно. И я просто прихожу сюда и беру одну из своих чашек, когда иду пить чай, какую-то возвращаю, какую-то беру. Так это работает. Это мне подарил мой один тоже зритель, за что ему огромное спасибо. Это старая губная гармошка немецкая, 100 лет ей уже. Так, дальше у меня здесь... Для создания украшений, там старая корзинка, тут для видео о пустых баночках, это то, что идет в мусор, а там корзинка
в которой продукты, которые идут на подарок одной моей приятельнице. Вот так я их раскладываю. Вот здесь то, что использовано или в мусор, а там то, что либо я отдаю друзьям, как я сказала, либо я жертвую, либо куда-то еще. Вот, пожалуй, и все. Это такая одна небольшая, сейчас вам покажу, часть моей гардеробной, только моей комнаты. Теперь я могу отойти от этого стеллажа очень далеко. Вот такая вот красота. Фокус. А здесь дальше у меня уже... Ой, крючок задела. Шкаф такой, который в стене. Тут вам сейчас хочу показать сумочку, тоже мне зрительница подарила. Смотрите, какая прелесть. Правда? Такая, как хотела сказать, самодельная, но она не звучит хорошо, самодельная. Она как бы ручной работы. Смотрите, какая прелесть. А обожаю эту сумочку. Мне кажется, очень, очень в моем стиле. Прямо знала, как говорится, что дарила мне. Просто вот сделана для меня, хотя она, по сути, была сделана еще до того, как мы с ней познакомились. Ну, вот она решила, что это для меня. И она совершенно права, это абсолютно я, за что ей огромное спасибо. Она мне сказала: отрежь, если тебе не нравятся вот эти висюльки. Ну, мне кажется, эти висюльки — это просто супер класс, поэтому классно, спасибо. Так что все вещи храню и очень сильно люблю, потому что, ну, это все благодарность людей за мою, я не могу сказать, это даже работу, за какое-то их приятное времяпрепровождение. Вот такая вот история. Кстати, очень ASMR-ная эта сумочка, очень она хорошо работает. И здесь, если уж кому интересно, здесь просто шкаф, где какие-то мои такие жакеты висят, что-то такое, ничего интересного. Здесь у меня сверху всегда висят ремни, которые я ношу именно сейчас. Вот они все кучкой. Вот таким образом. И да, вот это здесь мужа, а здесь вот только мои. Вот такая вот красота. И еще я не могу найти новую палку для того, чтобы вешать в шкаф вещи. И не знаю я, где ее покупают. Скажите мне, моя уже совсем выглядит просто непотребно. Она очень удобная, у нее меняется длина. И она классная. У нее уже обломался здесь крючок. И я не могу найти нигде подходящую хорошую палку, чтобы наверх вещи поднимать. И вот поэтому пользуюсь своей облезлой уже очень давно. Ну все, дамы и господа, большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Да, здесь у меня еще одна вешалка с одеждой. У меня сейчас это совсем не гардеробная. У меня здесь буквально вот один кронштейн с одеждой, которую я ношу сейчас. Остальное совсем в другом месте. Места стало очень много, что вообще очень не может не радовать. И все. Увидимся в следующих видео. Всем большое спасибо и пока-пока.